На свободу вырвались мои бяшки. Ягнят осталось с мамами. Здесь два, еще одна. Мама заперта, потому что там недавно родились. Мама заперта с двумя ягнятками дома. Ее там кормлю отдельно. Это два мальчика. Потом тоже пойдут в продажу. Они очень хорошие, красивые, крупные. Потому что у мамы по одному ягненочку. Дальше мне пришлось там забирать, докармливать. Ну, в общем, как всегда. Что, что, моя хорошая, что ты ко мне бежишь? Я вам все, я вам целое почти ведро высыпала кормов. Они поедают с бешеной скоростью. Свиньям даже с ними рядом не сравнится, с какой скоростью поедают бяшки. Только высыпала ведро. Пока с телефоном рассыпала еще по всем этим самым, чтобы не все в одно. И все, бяшки уже смели все подряд, пока я доставала телефон. Бяшки уже все смели, смели все, что было. Скорость у них бешеная. Сейчас все у свиней проверят. А у них еще во дворе, вот еще не знаю, там во дворе насыпано в два таза еще комбикорма. Какая-нибудь умная сходит, проверит. Ой, скоро работы будет, Лене. Ой, надо будет всех девок стричь. Вот ужас-то где будет. Кто-то дается хорошо. Кто-то не любит, уже ходят шесть, уже все начинает отходить. Такие страшные ходят, поэтому скоро стрижечка начнется в апреле. Ой, домовитая это моя, домовитая это. Прутик-то домой несет. Анюша домовитая. Все в дом, все в дом, молодец. Все в дом, неси домой, девочка, неси веничек домой. Веточку принесла. Далеко несла-то, вон от того сарая. Несла. К дому донесла и бросила. Еще все у нас замерзшие. Ну вот, можно хрюшек закрывать. Малыши нагулялись. Мама пришла домой, можно двор закрывать.